В деревне Тринь-Косы Чебоксарского муниципального округа состоялось торжественное открытие часовни имени блаженной Ксении Петербургской. Теперь, чтобы помолиться Богу и обрести душевное спокойствие, жителям поселка не нужно будет далеко ходить. Инициативу построить часовню выдвинул Алексей Мулин. В этом его поддержали близкие ему люди. Так братья Мулины сумели собрать вокруг себя доброжелательных сельчан, которые приняли участие в строительстве часовни. Вложили в это дело не только физический труд и силы, но и душу. Я пожелал бы, чтобы и старый, и млад был здесь, молились и в горе, и в радости, помнили тех, кого рядом с нами нет. Вначале совершили чин освящения часовни. Прихожан окропили водой, обратились напутственным словом к жителям поселка и поблагодарили их за все труды по строительству часовни, а также призвали к благим делам. Вот такие источники, где связь, наверное, с Богом еще ближе, помогает нам очищаться от недоброго, от всякого нехорошего. Жители поселка очень рады тому, что открылась часовня. Раньше им приходилось добираться до других церквей на общественном транспорте. А сейчас можно дойти до часовни и пешком. Нам, бабушкам, говорю, очень близко ходить теперь, помолиться, свечку поставить. На транспорте не ездить, далеко не живем. И приятно будет сюда приходить. Сейчас часовня получила благословение на строительство алтаря, а значит, уже скоро она станет церковью. Милена Алексеева, Алексей Зотиков, Сергей Емельянов, Республика.